Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна и мой канал «У меня в садочке». Показываю вот вам первое яблочко со своей яблони Honey Crisp, купленное в поиске. Вот смотрите, какое яблоко. Видно, что по форме, скажем так, сильно напоминает Honey Crisp. Я пробовала одно из трех яблок, которые я оставила на этой яблоне в этом году. Оно действительно, скорее всего, соответствует сорту. Такой своеобразный такой вкус, своеобразная, так сказать, вот, своеобразный признак этого сорта, такая скалывающаяся мякоть. Оно хрустит на самом деле, когда его кушаешь. Очень приятное на вкус. Яблоко было, хотя и совсем недозрелое даже. Вот этот я гораздо позже сорвала. Дело в том, что яблоня, конечно, у меня очень слабая. Она, скорее всего, прожжена хрущом. Я вот в этом году ее проливала до середины июля мочевиной периодически. Хорошо так проливала раствором мочевины. Ну, там спичечный коробок на ведро воды. Это вот... По моим наблюдениям, я прочитала об этом вообще, способе избавления от хруща. И по моим наблюдениям это действует. Вот на самом деле яблонька моя немножко окрепла, хотя и прироста не дала в этом году. Но все-таки хотя бы листья появились нормальные. И вот смогла дать первый урожай. В следующем году я все завязи уберу, удалю, если... Все нормально будет. Пусть она у меня нарастает, эта яблоня. Пока мне хотелось убедиться в соответствии сорта. Ну, я убедилась. Собственно говоря, это настоящий Honey Crisp. За что очень благодарна я компании «Поиск». Потому что я хотела эту яблоню, не знала, где ее купить. Вот приобрела на свой страх и риск в компании «Поиск» и не ошиблась. Очень счастлива и довольна я. Пока у меня все. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного про сад и огород. Пока!